Чего ты зеваешь, маленький? Зеваешь? Привет, друзья! Я сейчас уходил играть в теннис, а Олежка меня ждал здесь один. И я хочу сделать ему небольшое вознаграждение. Хочет ко мне поближе залезть. Эй, да, залезай. Оп. Вот так вот. Все, уселся за стол. Уселся за стол. Как будто знаю, что я хочу дать ему кое-что. А хочу я ему дать кое-что вкусненькое. И сейчас вам тоже кое-что покажу. Олег запоминает слова, и он понимает значение многих слов. Этому я его специально не учил. Смотрите. Олег, хочешь вкусняшку? Вкусняшку хочешь? Он запомнил значение слова «вкусняшка» и знает, где они лежат. Он уже сразу туда пошел, когда услышал знакомое слово. То есть я не учил его специально этому, этой команде, он просто понимает слово «вкусняшка». Или слово «хлебушек». И причем он все эти разные лакомства различает. Он понимает сырочек. Сырочек понимает. Понимает хлебушка и понимает вкусняшка. И идет в разные места. В зависимости от того, где лежит названный съедобный продукт. Если вкусняшка, они здесь хранятся в клубе, он идет к стоечке, вот к этой настенной. Если говорю сырочек, он идет к холодильнику. А если говорю хлебушек, он обычно бежит к столу, на котором этот хлеб, как правило, и бывает. Удивительная рядом. И ты удивительная собака. Всем пока. У меня не было часа полтора. И за это время маленький уже успел соскучиться. Thank you.